Так, ну что ж, надо будет пошариться и посмотреть, какая деревня дальше для исследования. Сдать. Кстати говоря, я не знаю, вот квест вроде бы на все карты завершен. И квест Гвинт. Есть смысл играть только с этими. Ну, квесты какие-то, а вот с обычными бичами, вот которые там, бронники там, вот эти все. Не знаю, мне кажется, смысла нету, раз карты собраны. Какой смысл? Ладно, сдам этот рог. Хотя, может, какие-то, кстати, есть, как они, карты с сокровищем у кузнеца этого. Ну, вообще проверим. Ну, вчера мы наделали дел. Где этот броник? Вот этот? Отъебись! Ты чё? Приветствую. Чего надо? Какой ты веселый. Какое у тебя будет настроение, если ты сына потеряешь? Так чего хотел? Ну-ка, сейчас чё про сына? Что случилось с твоим сыном? Утонул. Синий кит перевернул лодку. Это был его первый поход в Северные воды. Мне очень жаль. Море не вернуло тело. Я не похороню его. Он не сядет на перу с предками. Товары? Я хочу посмотреть твои товары. В принципе, можно и обыграть его. Так. Это барахло нам не надо. Вон, рецепты какие-то есть. Взять рецепт. А это чё? Золотая руда? Чё, у меня такой приблуды? А, 8 штук. Может и пригодится. А это чё? А, оселок? Не знаю, короче. Какой смысл с крафта, если такие шмотки у нас топовые? Ну-ка, давай-ка. Винтик. Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт. Скайотели. Две мглы точно не надо. Карты так себе, конечно. Ну-ка, на первой загасить его. На первом раунде. Девяточки. Я мглу убрал, кстати. Да ладно, давай этих. 51, ну давай еще. И еще мало, да? Угу. Я понял. Ну вот этого, раз он остается на второй раунд. Все. Кто там? А, он уже остается. Или он всегда остается? Более сильную карту. А, эту карту нам дали. Осадный. Так, а кого усиливать-то? Только это. Вот зараза, да? Так, отменим. Что-то у него, походу, нечего играть. А, вот. Так, больше либров на 10. Сразу грохнем. Последняя карта, последний шанс.
А вот зараза. Выиграет, походу. Нет, проиграл. Рано-то уже залезал. Получше тебе. Мы служим той, что вечно дева мать. Так, пираты, оружие, берег. О, этот мужик рок ищет, что ли? Приветствую, путник. Я нашел украденный рок и убил воров. Досадно. Люди-то были не злые. Они не оставили мне выбора. Как насчет награды? Возьми и в следующий раз убивай лучше чудовищ. Потом ищи им рога всякие потерянные. Так, тут какой-то квест нас зовет делать, наверное. Тут пещера снов была. Какое, значит, у нас дальше поселение есть? Ну, если вот это Анскеллик... Нет, подожди, Артскеллик. Анскеллик — это что? Это вот этот, что ли? Короче, я путаюсь. Ну, допустим, за горой есть Фирсдаль деревенька. Можно туда заехать. Оренбьерн мы были, здесь были. Ну, давай. Танцуем! Да. Так, где там перемещалка? А, вот он. Так, Фирсдаль. Читаем доску. Урон, нанесенный сзади, наносит больше урон. Так, доска объявлений. Ну и ну. Да, действительно. Вот она, доска. Берегитесь волков. Вот Артскеллиге, это большой остров. В этом году на Артскеллиге появилось необычно много волчьих стай. Берегите своих овец, как зеницу ока, а после... захода солнца путешествуйте только на быстром коне и с мечом на поясе. Хори. Свадьба. В это воскресенье Игнис Хольд выйдет за Ингмара Бергмана. Все, кто молодым добра желает, пусть скажет им теплые слова или что-нибудь подарит. Вышивание ковра. Женщины, что умеют вышивать узоры, пусть собираются вечером в доме Херфрид, чтобы вместе делать ковер с картинками из истории нашего клана. Он будет висеть в общем зале.
рождения. Этой ночью на свет появился первородный сын Уклунда Сильного. Сын здоров и до совершеннолетия будет носить имя Саби. Нужен ведьмак. Я, ниже подписавшийся, ищу в помощь ведьмака. Работа тяжеловата для простого смертного, но для ведьмака должно быть пустяк. Плачу хорошо. Мне время дорого. Заинтересовавшихся ведьмаков жду у корчмы в Фирсдале. Хугго, сын Олафа. Заказ дракон. Слушайте, люди. В округе Фирсдаля завелся натуральнейший дракон. Тварюга. Прям как в песнях скальдов. Длиной он в 50 шагов, высотой в сотню шагов, а может и может спалить огнем человека шагов за 200, а то и больше. Сказать сложно, потому как из тех, кто подошел к нему близко живым, никто не ушел. Однако верю я, что найдется сын Скеллиги, у которого хватит смелости защитить нас от этого зла и убить дракона. Взамен он получит и награду, и право забрать золото, которое, как всякий дурак знает, драконы прячут у себя в логовах. Ваган староста. Понятно. Так, кнопку бы еще, сука, корректно бы написали, а не F1 вот это. Ебать, сколько золота. Украденный рог это было. Позиция в Нильфгарде понятна. Город тысячи башен. Так, дневник вора. Хольгар Чернорукий, ничего себе. А, это про этот. Пророк все. Нужен ведьмак. Это работа от Угга. Так, ну позырим. Так, задание. Ведьмачьи заказы. Дьяволы, сын, дракон. А это что? А заказин чудовище, которое напало на телегу некого купца. Дракон. Ну, начнем с дракона, наверное. Прямо на нас. Это вот тут было, люди! Прямо у деревни! Спокойно! Расскажи, как все добрый было. Топор. По порядку. Ревело оно, как проклятое. А зубища у него были во, вот такие. Товарищи моего в клочья. Да и сам я еле живым ушел. Староста. О, ведьмак! Хвала Фрейе. Ведьмак, помоги! Это... Ну и что? Что дальше-то? Да ничего уж. Что теперь? Это работка для ведьмака. Ну, как хочешь. В чем дело? Чудище на меня напало, на нас с товарищем. Уж мы ему покажем. Не мы, ведьмак. Да по что ж ведьмака тревожить? Это должно быть стая волков на тебя напала. А ты перепугался, вот ты и привиделась. Сейчас пару ребят похрабрей созову и... Обойдешься. Поможешь, ведьмак? На тебя вся надежда. Эти сфарер все-таки идиоты. Ты сфарер? Далеко же ты забрался? Так вышло. Я вез кожи в Фирсдаль на обмен из Сворлога. Из Сворлога? Ты говорил, что сфарер, а Сворлог на Спитероге. Ну так сфарер я поплыл к Сворлогу, обменял там добычу с большой земли на кожи, а потом приплыл сюда. Это, короче... Сфарер на Спитерог, а потом на Артскеллиг. Весьма извилистый маршрут. Что ж поделаешь, купец едет туда, где выгода, а не куда ему ближе. Это, короче, вот этот мужик, это Доплер. Может, этот охотник был прав? Может, это были просто волки? Я-то знаю, что видел. Да что он может знать? Эти неумехи из Друмондов ни черта не смыслят. У него-то как раз были цвета анкрайтов. А ты уверен? Более чем. Да без разницы, этим я тоже не доверяю.
Это были чудища, и мне нужен ведьмак, а не охотник. Ха. Добро, говори, в чем дело. Ехал я с приятелем сюда, в Фирсдаль, на телеге с кожами. И тут вопль! Конь как переполошится, как забрыкается, а из кустов чудища! Товарищу моему не повезло, они сперва до него добрались, а я чудом уцелел. Что это были за чудища? Никухи, как пить дать! Кто? Ну, такие, с острыми когтями и со звериными черепами на головах, стаями нападают. Накеры? Ну да, накеры! Штук 20 их было! Ну как поможешь? Перебьешь их! Хорошо бы дорогу расчистить, а то я в эту сторону скоро опять поеду. Награда. Ну, не знаю. Груз твой пропал, тебе нечем будет заплатить. А даром я не работаю. А у меня кое-чего отложено. Договоримся. Сколько ты хочешь? Полную стаю. Справедливая цена. Ну так как? Ясно, он, короче, обманывает. Я тебе помогу. Я так и знал. Все-таки ведьмак есть ведьмак, а не какой-нибудь прощелыга из Друдмондов. Точнее, из Друмондов. Удачи, ведьмак. Бывай. Минутку. Где мне тебя найти? Чего? Когда я выполню задание, где тебя искать? А, ну да, ну... тут, в корчме неподалеку, буду ждать. Да. Ладно, до встречи. Наебал он, короче, наебал. Это стопудово какая-то хуйня, ну прям видно по нему, блять. Как там? Задание. Дракон, не дракон, не то. Вот этот, найти место на принять чудовищ. Кстати, насчет, сука, насчет ебовости Геральта. Часть выносливости не требует ремонта. Скайр Морхена доспех. Не, ну жесткая вообще хуйня прям. Сила, знаки, блять. Охотничьи сапоги, нихуя там брони, блять. Охотничьи, как это понять? Новолуние. Так, змеи. Охотничьи опять. Афирские. Развлечение-то хоть какое-то есть у них? Сапоги кондотьера, блять. Короче, не ясно ни хрена, что к чему. Очки эти вообще, что они там дают, тоже дохуя всего, да? Токсичность. Короче, я так думаю, надо... модификаторы здоровья вернуть. Множитель здоровья игрок. Ладно, пускай так и будет. Модификаторы здоровья мобов. Допустим, давай на двоечку все сделаем. Че он там, блять? Призраки. Как найти-то вот оптимальную хуйню, чтобы как
как в обычной игре чувствовалось. Все, двоечку сделал. Но дикая охота, хуй с ним. Пускай будет, я не знаю, там, пятерка. Уж типа, блядь, боссы все-таки главные. Да и кто там еще? Реликты, допустим, да? Пускай тоже жесткие будут. Вот, модификатор урона теперь. Игрок, ближний бой. Вообще надо его понизить, блядь, вот. Потом арбалет, наоборот, усилить. Он, блядь, утопцев под водой разъебал, во. Знаки. Ну, пускай так и будут, наверное, вот так. Вот, а теперь модификаторы урона. Так, пробитие, блядь. Противники, быстрые атаки, реликты. Чтобы они хоть что-то наносили, вот реликты, допустим, пускай пятера. Поеда пятера. На пятку всех поставить, короче. Чтоб хоть как, блядь, бестия, это чё, не ясно, нихуя. Вот инсектоиды, пятера. Чтоб, блять. Первый пятера. Духи-призраки. Драконы. Грифоны. А то столько этих дефов. Накеры. Люди. Ну, люди пускай хоть троечку, блять. Да. Так, люди. А, это не то, а животные. Люди. Пускай тоже похуй. Хотя, погоди. Цири будет разъебывать потом. Люди, вон, половина пускай стоит. Духи стихии тоже. Это джин. Дикая охота. Что это у нас? Урон. Пятера. Животные, половинка пускай. Урон со временем от игрока 5, и это тоже 5. Все, допустим. Так, загрузить. Фьяли, Йеннифер и Геральт узнали, что Цири. Блять, вот это бы сделали бы хоть, чтобы пропускалось. Таинственному чародею. Тот вместе с девушкой отплыл на лодке в неизвестное место. Затем лодка вернулась, но только с одним пассажиром. Им было отвратительнейшее, безумное создание. Существо это попало в руки ярла, который продал его какому-то купцу в Новиграде. Вот так звучит завершенная история на Скеллиге. В плане поисков Цири. Поглядеть сейчас, как будет, короче. Так. Куда там топать? А вот. Самый опасный преступник Скеллиге. Пошли, поразведаем, чего там. Пока. А? Ты? Я проверим, как модификаторы я настроил. Ну-ка, даже вот в информации интересно, сколько будет. Урон 500, нахуй. Ебать. Прям минималочка. Арбалет 40 тысяч, нахуй, будет шотать просто. Ну вот это прям... Не знаю. 10 тысяч здоровья. Токсичность 1650. Прям бомба, блять. Мощь знаков. Ну, знаки мощные. Пойдем, блять. С кем-то сразиться.
Чё он, блядь, так медленно бегает? Так, вот она, телега. Ну что, посмотрим? Это должно быть товарищ того человека с Форер. Странно, это старик. Выглядит так, будто умер он от старости, а не от когтей накеров. Чё тут? Ну это подстава, я точно помню. На боках у него раны, словно от когтей. На челюсти сжатый, позвоночник выгнут дугой, будто умер он от столбняка. Сейчас камень сверху упадет. Какого? Повезло. Что-то мне подсказывает, что это не случайность. Надо бы проверить. Такс. Борозда в снегу свежая. Валун катился здесь. Вот оттуда сбросили валун, а там, похоже, какие-то следы. Накер, должно быть, бродил по грязи, прежде чем сюда пришел. Там, по-моему, точно накеры есть. Так, что это, животные? Дальше. Ну, вон там точно в пещере накера. Так, не понял, ты обратно иду, что ли? Да, походу. Пиздец. Пещерка. Что тут творится? Индриада. Thank you.
Да уж, что-то я не помнил, что тут с головоглазом такая тема. Так, а куда идти? Вот сюда. Дуйнакеры вон где-то есть. Стопа натера, выдолбленная изнутри, будто башмак, который кто-то потерял на бегу. Становится все интересней. Лапа натера и человеческая нога. Маленькая, как у ребенка, который явно бежал. Наверх, внизу что-то есть. А, тут тупик. Здесь следы обрываются. Хм. Кто же развешивает рисунки в таком месте? Это прибожик. Как будто рисовал ребенок. Или кто-то накорябал, как курица лапой. Ха-ха. А вот это, кажется, я. Две палки за спиной. Вроде все сходится. Это должно быть телега? А вот место, где меня должен был раздавить камень. Но что-то ничего не вышло. Теперь я знаю, откуда взялись следы натера у валуна. Только интересно, кто на самом деле их оставил. Эти шарики на ножках Эндриаги. Кажется, они должны были меня прикончить. Все это похоже на какой-то план. Это должно быть место встречи. Кажется, над всем этим покушением работала целая команда. Пора познакомиться с шутниками. Место встречи. Изменить нельзя. Накер. Его разорвал кто-то огромный, а потом кто-то отрезал ему ноги. Дамаг. Пятерка — это слишком большой дамаг. Накеры шотают с трех ударов. Значит, надо уменьшить хотя бы, не знаю, до двойки. А кто должен шотать? Какой-нибудь реликт? Реликты точно должны быть мощными по урону. Так, настройки, моды. Проклятые — это волколаки и гоши всякие, но их мало. 200, ну, пускай 2,5, короче, поставим, все в два раза снизим. Сектоиды тоже.
что там? Вампиры. Духи-призраки. Драконы. Пускай драконы четверка будет. Грифоны. 3,5. Гибриды. Агроиды. Ну вот, накеры агроиды они отдельно. Ну эти пускай четверка. Накеры. 2,5 поставим. Люди. Духи стихий. Это элементали. Дикая охота, пускай пятерка стоит. Так, теперь. Реликты тоже пятерка. О, вот так пойдет. Накер. Его разорвал кто-то огромный. А потом кто-то отрезал ему ноги. Так, давай еще раз глянем, как он мне врежет. Черт! Не, ну так же бьет. Нужно перезагружаться, чтобы поменялось. Не знаю, поменялось ли сейчас. Так, куда-то на место собрания идти надо. Вон там монстр какой-то. Кто это? А, медведь обычно. Накеры что ли сидят? Че это, кстати, по карте у нас? Ага. И хорошо, что ночь, кстати говоря. Где-то монстр какой-то сидит. Это должно быть здесь. Можете выходить. Я видел ваш план. И, между прочим, я вас слышу. Одно булькает, как кипяток в ржавом горшке. Второе дышит нервно, как серна, попавшая в силки. А третьему лучше принять что-нибудь от боли в горле. Советую тимьян. Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит? А то, что ты там, а мы здесь! Сейчас все может поменяться. Возьмак, не болтать! А то Польдик из него сделать суп! Вот именно! Мы тебя схватили! И теперь ты отдана нам
Да что ты? Я сейчас как развернусь, повернусь и... Польдик сказал! Возьмак закрыть пасть! Или попадать в суп! Удивляюсь, почему он до сих пор туда не попал. Вы должны были его убить. Чего? Убивать уговора не было. Вот именно. Мы должны были его только напугать. Чтобы знал, что мы страшные. Нам дорогу не переходи. Мы, кажется, друг друга не поняли. Это убийца. Такой же, как они все. Как и тот, кто убил мою Адалию. Нам всем очень жаль твою жену. Но ведь не этот ведьмак ее убил. Мы не можем наказывать его за чужую вину. У этого тоже много чего на совести. Я слышал, что он сделал с Коридом и Стусом. Но Золотого Дракона он пощадил. Да? А что вы скажете про Вериену? Ту Бруксу, что любила голубые розы из Назаира. Ее он не пожалел. Это правда, я убил Вериену. А у вас еще есть шанс уйти отсюда живыми. Так что давайте разойдемся тихо-мирно. Ты нам угрожаешь. Я стараюсь сохранить вам жизнь. Вы меня не трогаете, я вас не трогаю. Но если нападете, буду защищаться. Я как раз вспомнила, у меня там котелок на огне. Есть еще трусы. Польдик не трусы! Ну, втроем... Может, мы с ним и справимся. Взять его! Так, что там по бутылкам у нас? Сейчас мы что-нибудь подъебнем. Да и бомбочку бы кинуть, конечно. Ну да ладно. Ласточка. Отравляющая. А каким существам? Ладно, похоже, не бонем. Ну и от трупоедов можно ебануть. Ничего получается у нас по токсичности. 85. Отравляющий сюда. Самум. Сон дракона. Ну-ка. Я гроид с первой тычки разъебал. То есть модификатор пятерка — это пиздец, это ваншот. Погодите-ка, блядь. Ну и все-таки надо понизить им урон.
урон. Что там? Дракониды. Всем на 2,5, а то будут шотать. Грифоны. Кто там? Гибрид. Вот агроиды. Духи стихий тоже 2,5. Дикая охота. Что-то я стал думать, что она троечка. Топлер помер. Ну-ка, с арбалета. 70 тысяч. Ну вот и все. Ха. И с них лутать-то нечего. Мутаген с волоколака, а с этого что? С доплера мутагена нету. Ну и ладно. Вон, кстати, чудище летает. Так, что там? А, это перемещение у нас. Так, там, по-моему, сокровище какой-то школы и призраки. И гнездо чудовищ, гарпий, по-моему. Травник, так, палисад, лагерь друидов. Ну, друиды мы квест выполнили. Остается что? Тут деревни нету никакой. Дальше у нас какие деревни есть? Вот наверху, например. Вот это вот центральная деревня. Ренбьорн был. Потом можно из этой деревни в Ранвейк пойти. Ну и, соответственно, карта Рольда потом остается. Тут что? Школа медведя. Это, кстати, первый набор. Вот, поехать в сторону сюда. Виверны или что это? Ладно. Типа не видит, короче. Thank you.
Что-то прям куча волков. Так, ну и погнали дальше. Опять волк. А, нет. Медведь. Так, это чё? На ту сторону. Опять медведь. Это, кстати, у нас чё? Что-то показалось, как здание с этим, с удальриком. Вроде нет. Кстати, еще был заказ дракона в той деревне. А заказ дракона, это надо с этим, со старостой говорить. Фирсдаль, вот он, дракон. Дракон там где-то недалеко. Ладно, тут в принципе метка сейчас откроется в деревне. Прочитать тут заказы какие. Покидаю деревню. Мне пришлось нарушить клятву, я покидаю деревню и острова. Берите из моего дома все, что вам понравится. Мою землю и овец разделите поровну. Прощайте. Ебитесь в другом месте. Парочки, что по ночам резвится у меня на сеновале, поищите себе другое место для ебли. Хватит с меня ваших стонов. В следующий раз кнутом огрею. Ну тур. Насчет Хьордис. Приходят ко мне разные парни и спрашивают, выдам ли я за них свою Хьордис. Всем я отвечаю одно и то же. И тут еще напишу, Хьордис выйдет за того, кто ей понравится. А принуждать я ее не желаю. Если вам она нравится, то морочьте голову ей, а меня оставьте в покое. Лыкир. Ищу холостяка. Приму в дом красивого молодца, который согреет молодую вдову ночью. Он должен быть рослым, блондином, хорошего сложения, с густой бородой, свежим дыханием и до мужского дела ненасытен. Ястрит. Скальд возьмет ученика. Научу мальца с хорошим слухом и сильными легкими играть на волынке. Гейр Златоуст. Заказ. Пропавшие горняки. Как все уже, наверное, знают, несколько наших парней ушли в горы искать руду и не вернулись.
Видно, попали они в беду. И если наши смельчаки сами с ней не справились, значит, дело серьезное. Поэтому я ищу храбреца, который сходит в горы и выяснит, что с ними стало. Кто за дело возьмется, того ждет слава и награда золотом. Гьяра, старейшина Сворлога. Зираэль. Серебряный меч. Так, рюкзак. Заказ. Так, горняки это здесь. А где метка вообще деревни? Тут где-то. Эй, ведьмак. Погода. У меня для тебя есть предложение. Что за предложение? Заказ? Может и так. Если ты захочешь поработать вместе со мной. Обычно я работаю один. В этот раз стоит сделать исключение. Кроме того, редко выпадает возможность поработать с самым известным охотником за головами к северу от Яруги. Самим Джанго Фретом. И зачем славному Джанго Фрету понадобился ведьмак? Я догадываюсь, что ты много путешествуешь. Не встречал ли ты где-нибудь таких братьев Гросбор? Ты на них охотишься? Да, порядочные гниды. Их трое. У каждого на счету изнасилование, убийство. Последний раз они даже какую-то могилу раскопали. Их легко узнать по желтым шляпам. Едва их завидев, люди в домах запираются. Что, конечно, мало помогает, эти трое и дома поджигать любят. Нет, я их не встречал. Если встретишь, будь осторожен. Они могут всадить нож в живот вместо «здравствуйте». Не думаю, что они станут связываться с ведьмаком. С них станется. Ну ничего, я скоро отправляюсь на юг, там я их еще не искал. Бывай, может еще свидимся. А где вообще указатель? Переход. Где-то здесь, может? Что-то не видать. Блять. Деревня Бандер. А, вот он. Указатель-то. Так, ну ладно, две вот этих деревни остается. Если еще можно отсюда переместиться будет туда и про дракона спросить. Улучшение волки, пропавший сын,